Всего в многочисленных заездах неподалеку от Кузнецовского плато и микрорайона Водников участвуют 60 мотогонщиков со всего края. Причем как юные начинающие спортсмены, так и профессионалы. Эти гонки своего рода тест-драйв для новой уникальной трассы. Ее спроектировали и создали специально по запросам мотоциклистов. Гонщики проезжают круг за кругом, чтобы потом поделиться впечатлениями и рассказать о возможных недостатках. Такая трасса для подготовленных спортсменов. То есть нужно резать траекторию правильно, ходить более плавно, не резко. То есть все вот за это. Как говорят организаторы, эта площадка предназначена для соревнований всероссийского и даже мирового уровня. Для Красноярского края она уникальна по длине и набору элементов. Здесь есть трамплины, крутые подъемы, канавы и горы песка для мотокросса и эндуро. Это гонки на спортивных мотоциклах по пересеченной местности, а также отдельная трасса для квадроциклов. Это не открытие, это еще такое приоткрытие. Мы еще пытаемся понять, как эта трасса, кому мешает, кому не мешает, как она работает, какие повороты, что еще подделать, подправить, сколько воды сюда заводить. Мы, например, сегодня видите большая пыль, но эта пыль образовалась, потому что мы просто не знали, сколько нужно для полива использовать воды. Вот сегодня поняли, как устранять такие проблемы. Организаторы отмечают, пока трасса будет работать в тестовом режиме. Здесь будут проводить тренировки мотоклубов и пускать кататься всех желающих. Окончательно же площадку откроют осенью. Александр Ловицкий, Александр Ермошенко. Новости.